Дорогие друзья, всем привет! На Android и iOS вышла новая игра Pokemon Go. Вот. В России и Беларуси она пока недоступна. Доступна пока в США, Японии, там, Зеландии, в каких-то еще странах. Не суть. Чтобы ее скачать, в Play Market и Apple Store ее не найдете. Ну вот игра сама. Сейчас. Эта игра стала очень популярной за 5 дней. Ее скачало 28 миллионов пользователей. Я вам покажу, где ее скачать сейчас. Оставлю ссылку в описании. Включим звук. Игра полностью пока на английском. Так, вот. Суть игры в том, что ты дома не посидишь. И надо... Вот, покемон даже вылетел. Чтобы поймать покемона, надо вот в этот зеленый квадратик, прям кружочек попасть. Оба. Вот я его поймал. Да, поймал. А нет, не поймал. Блин. Попасть не могу. Надеюсь, сейчас поймал. Издевается. На тебе. Сейчас, ну. Слабый покемон, а поймать не могу. Наконец-таки, вот я поймал покемона. Не первого, конечно. Вот мне за него дали. Так, покемона этого можно продать, улучшить. Но мы не будем с ним ничего делать пока что. Вот мои покемоны. Слабые, но не суть. Когда ты ловишь покемонов, если новый покемон, то это тебе 600 хб, то есть 600 очков. Чтобы добраться до следующего уровня. Если повторный покемон, за него дается только сотня. Так, что еще вам сказать? Редкие покемоны, очень редкие, надо ловить в городе, везде. В общем, любого покемона можно поймать везде. Так, чтобы скачать саму игру. Чтобы скачать игру, я вам оставлю в описании. Чтобы скачать игру, вам надо зайти вот на этот сайт, который я оставлю, ссылочку в описании. Вот этот сайт. Ну, я оставлю ссылку вам в описании. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк и комментарий, и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.